Иностранцы приезжают, местные приезжают, Азия, Штаты, не знаю, Латинская Америка, были все, потому что Ивановка им интересна. Это уникальное место и тем, что здесь живут русские, то есть русская, полностью русская деревня в Азербайджане. Это очень привлекает, и поэтому они все едут сюда увидеть, как люди живут. В 2009 или каком-то году, не помню, моя мама в первый раз сюда приехала. Ей очень понравилось возле Ивановка в целом, и она сначала решила купить дом, а потом через год решила уже открыть и трансформировать это все в бизнес, в гестхаус, в гостевой дом. Ну, а где-то года 2 назад, наверное, я приехал сюда. Ну, получилось так, что я ушел с работы, приехал сюда просто, и мама сказала, что мы собираемся, ну, переехать в Шотландию. И она сказала, оставайся здесь, чтобы продолжать традицию, так как этот бизнес работает, работает хорошо. Думал, конечно, что из города в Баку, все-таки я в Баку родился, и для меня это родной город. Эти сомнения ушли там через несколько дней, так как здесь совсем другая жизнь. Чистый воздух, экологически чистые продукты. Там у меня сын маленький, то есть для него это еще лучше. Целый день бегает на свежем воздухе, что может быть лучше? Сейчас я даже в город, в принципе, возвращаться не хочу. И даже когда еду, немножко мне не по себе, потому что машин много, людей много, а здесь спокойно. Здесь спокойно, здесь.